Привет, мои дорогие. Не знаю, видно тут такое освещение плохое. В общем, сегодня я хочу с вами попробовать пробник. Это у нас щербет. Новые сорта хочу попробовать. Это Аленка. Это у нас карамельный здесь. Карамельный. Это Север. Я положу кусочек вот сюда в тарелочку к себе. И десерт. И еще вот я новые сорта. Это так. Это Хрусталь. Это значит Услада. Это Титан. И это Север. Если камера у меня не отключится, попробуем. Сейчас мы попробуем Хрусталь. Вообще темно. Вкусненький мелок. Ну, твердый. Твердый, крупинка до конца, хрустит. Такой пыльные нотки есть. Я лучше его потом мокрым поем. Или с пастой. Это Север. Твердый мел хрустит до конца. Крупинка до конца. Превращается в кашицу с крупинками. Присутствует сливочность Услада. После вкуса прям сырой побелки
Такой жирненький мелок. Крупинка мягкая. Быстро растворяется во рту. Вкусный, сытный. Это титан. Он прям такой серый. Видите разницу? Да, этот белый, а этот прям серый. Вкус сырости залипает во рту. Вкрапление. Это глиномел. Откусывается легко. Во рту моментально тает. Это сливочный, напоминает подвислые крем-брюле для любителей. Теперь мы попробуем десерт. Вот такой вот он. Такой тоже сероватый. Очень жирный, сливочный. Легко откусывается. По-моему, он влажноватый. Мне кажется, если его высушить, он будет более такой твердый, хрустящий. То же самое для любителей крем-брюле, подвислое, вот этот титан, он вкус глины какой-то, вкус земли. Вот женщина одна спрашивала, вот титан, десерт, они тают во рту, у них вкус земли. Щербет. Той же серии. Жирный, сливочный, тает во рту, но только запах у него уже более выраженный. Аленка.
присутствует молочно-сливочный вкус. Тоже жирный мелок. Хрустит до конца. Жирный сливочный. Так, это карамельный. Попробуем. Это твердый, хрустящий, крупинка острая до конца. Тоже сливочный мелок, только крупинка до конца, острая. Не тающие. Титан, десерт, щербет. Вот они все жирные сорта. Карамельный, только твердый. Аленка, ну вы знаете, наверное, что это за мел жирненький. Север, он откусывается легко. Тает в такую кашицу, превращается. Мне понравился. А вы видели, как мы сегодня с мужем кололи колку мела? Вообще кадр прям быстрей, 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 скорей. В общем, вот так все. Я еще раз хочу сказать спасибо большое Ане, Алла Александровна. Помогли, я уже стараюсь экономить мел, но я его целый день могу есть. То есть я сажусь смотреть телевизор или включаю телефон, смотрю мелоежек и сама грызу мел. Вот. Он бы как бы мой антистресс, когда его не было, у меня какие-то высыпания на теле были частями. И я худеть стала такая, ну, в общем, это. А сейчас стала его есть, никаких ни высыпаний, ни прыщей, короче, ничего. Я поправляться стала, вес прибавила. В общем, мне кажется, это мой антистресс. Мел очень вкусный весь. Абсолютно весь отличается друг от друга. Вот. И хочу сказать очень большое спасибо, что меня вы окружаете, поддерживаете морально. Я этим живу, я этим радуюсь, что у меня появилось много хороших друзей, знакомых, комплименты, комментарии такие. Приятно мне слышать. Мне кажется, видео отстает, что-то у меня телефон глючит, так что простите за плохое качество. Здесь освещение у меня плохое.
Я уже и так, и сяк пробовала. Ну, завтра днем сниму еще. В общем, попробовала я новые сорта. Ну, так мне понравилось. Север. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Еще раз спасибо вам за все. Пишите. Надеюсь, вам понравилось. Ну вот за качество, за такое прошу прощения. Постараюсь больше, чтобы такого не повторялось.